Центр экономических исследований и реформ провел опрос среди предпринимателей страны, представляющих различные секторы экономики. По его результатам, сводный индикатор бизнес-климата вырос на 4 пункта, что оценивает его состояние как положительное. Значительный рост отмечен в строительстве и промышленности. Улучшения также наблюдались в сельском хозяйстве и сфере услуг. В декабре 2022 года сводный индикатор бизнес-климата вырос на 4 пункта и составил 57 пунктов, что оценивает состояние бизнес-климата в стране как положительное. Значительное влияние на рост оказала динамика индикаторов в секторе строительства и промышленности. 43% респондентов оценили текущее состояние своего бизнеса как хорошее. Доля отметивших как плохое составила 11%. Между тем, 20% предприятий увеличили количество работников, а еще 40% предпринимателей отметили рост спроса на товары и услуги. Индикатор ожиданий перспектив развития бизнеса в ближайшие 3 месяца остается на достаточно высоком уровне – 67 пунктов. Здесь доля предпринимателей, ожидающих улучшения общего состояния бизнеса, составила 75%. 64% ожидают дальнейшее повышение спроса на их товары и услуги. Другие 64% планируют увеличить количество работников, а 24% предпринимателей ожидают повышения цен на их товары и услуги в ближайшие 3 месяца. В целом, взаимоотношения индикаторов текущей ситуации и ожидания означают, что положительная тенденция в развитии экономики сохранится в ближайшие 3 месяца. Анализируя изменения индикаторов, можно сказать, что рост сводного индикатора в декабре носит больше сезонный характер. С другой стороны, сокращение различных препятствий в ведении бизнеса также может выступить фактором улучшения в индикаторах. Так, например, доля респондентов, отмечающих об отсутствии каких-либо препятствий, выросла на 2%. Наибольшая доля предпринимателей, отметившие облегчение в ведении бизнеса, отмечена в секторе услуг, рост составил 7%. В секторе строительства, сельского хозяйства и промышленности препятствия участились. По республике предприниматели стали реже беспокоиться о доступе к земельным участкам и налоговом администрировании. Значительно сократились проблемы, связанные с налоговым администрированием в промышленном секторе. В сельском хозяйстве позитивная динамика характеризуется облегчением доступа к водоснабжению и электроснабжению. В частности, доля респондентов, отмечающих в качестве препятствий, сократилась на 4%. В строительном секторе на 10% сократились проблемы с доступом к земельным участкам. При этом потребность сектора финансирования остается достаточно высокой по сравнению с другими отраслями. Что касается сектора услуг, то здесь предприниматели также стали меньше беспокоиться о проблемах, связанных с доступом к земельным участкам, налоговым администрированием и высокими налоговыми ставками.